Пам'ятаєш, ми неодноразово в нашому ефірі розповідали про те, як виглядав ізраїльський карантин, коли не можна було 500 метрів від дому виходити нікуди. Коли дуже стежили за тим, як взагалі люди цього карантину дотримуються. Так от, з 8 березня Ізраїль почав трошечки пом'якшувати ці обмеження, зокрема, приймати іноземців. Але спочатку треба отримати спеціальний дозвіл. Ну і, до речі, більше ніж 3 тисячі людей в день не приймають. Так, цікаво. Бачиш, вже можна їхати, значить, туди. Круто, я ще бачила новину, що там починають вакцинувати іноземців. І взагалі про те, як все це відбувається, будемо питати в ізраїльського лікаря-анестезіолога. З нами на зв'язку Борис Бриль. Добрий день. Здравствуйте. Видим по последним данным, которые были 9 марта, что вакцину получили более 50% населения страны. А скажите, какие актуальные цифры? Ну, вакцину получило 85% населения старше 50 лет. Это я говорю о двух дозах плюс одна неделя. Потому что если человек получил одну дозу или не прошло еще недели после второй дозы, это не актуально совсем. Но то, что мы видим, что это значительное снижение больных, среди госпитализированных нету людей, которые вакцинировались, буквально единицы. А так, в общем-то, у нас резкое падение тяжелых больных, резкое падение количества, в общем, заболевших. Учитывая, что мы в день проводим 90 до 100 тысяч тестов в день, ПЦР-тестов, то есть это большое количество. И учитывая, что открыто все, и торговые центры, и рестораны, и как бы сейчас начинаются и театры, и вообще все. Борис, а подскажите, пожалуйста, вы говорите о неделе после второй дозы вакцины. Можете объяснить, почему так? Почему так? Ну, потому что неделя после второй дозы вакцины, это вырабатывается основная часть иммунитета. Видели новости о том, что вакцину дают и гражданам других государств. Расскажите, пожалуйста, как это устроено? В Израиле, да, конечно, можно записаться, прийти, или в момент, когда вакцинируют, можно спокойно прийти и без проблем ее получить. То есть можно просто подойти к очереди, где стоят люди за прививкой, и тоже получить прививку? Или ну как это на практике происходит? В принципе, да, не откажут. Вау. Звучит как какая-то параллельная реальность. А где сейчас делают прививки? Нужны ли для этого какие-то специальные условия, там, стерильные комнаты, или это может быть где угодно? Нет, не нужны вот эти вот непонятные, как сказать, ритуалы для вакцинации. В поликлиниках, в больницах, даже в местах, где мэрия организована, никаких проблем. Не нужно там специальные маски, костюмы. Пришел, вакцинировал, слушал, все по-быстренькому. Можете пару слов сказать для людей, которые в Украине боятся вакцинироваться, потому что не так много людей вакцинировались, и так как это новое, оно, конечно же, опасное и страшное для всех. Вы знаете, вакцина это не новое, не опасное, не страшное. Этим видом вакцин очень много уже времени. Вакцины всегда разрабатывались довольно быстро, нет никаких проблем. Я вакцинировался, вакцинировалась вся моя семья. Это, конечно, не показатель, но я вам хочу сказать, что это вариант выхода из той ситуации, в которую мы попали с пандемией. Пандемии были в мире не первый раз, и, естественно, было и много шума. Просто сейчас больше гораздо СМИ, интернета, когда были там 50-60 лет назад, никто об этом особо не слышал, и поэтому не было слишком много разговоров. Но не нужно переживать, никаких смертей, побочных каких-то страшных эффектов этого не существует. Поэтому я считаю, что правильно вакцинироваться. Спасибо вам большое. Ізраїльський лікар-анестезіолог Борис Бриль розповів, як відбувається процес щеплення в Ізраїлі, де уже послаблюють карантинні обмеження, які досить довго працювали в країні, і де понад 85% населення старшого віку вже вакцинувалися. Новий день на радіо НВ.